о стихах Мариенгофа. Великолепный был Лоренцо, великолепный Мариенгоф. Анатолий Мариенгоф, «Застольная беседа». Сижу, читаю, всматриваюсь длительно. Стихи корявенькие такие, а образы возникают поразительно. Сказать гладко, и образа не будет. Язык – это загадка, и разгадать ее нельзя, пока сидишь, читаешь, бока проминаешь, как в зале кино. Одно понимаю без околичностей: есть Бог и вечность, есть быстротечность, как порог и подкова, есть личное в новом и новое в личном, как корка и мякиш хлебный, аперитив, напиток целебный. И был таков Мариенгоф великолепный. Yeah.